Дружная команда. Вот их тут много в одном вольере. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13 точно я насчитала. Может, даже и больше. Так что есть? Ой, а там он обнимается. Обнимаются такие трогательные. Ты такие трогательные. Вот, обнимаются. Вот, ну сейчас девочки пошли за гостинчиками. Сейчас мы их, конечно, уже накормили. Но сейчас будем заходить в вольер. Да, гладить. Вот как. Это вот дорожки расчищают вдоль вольера, чтобы удобно было ходить. Ну, вот такая штукенция. Кидать. Держи. Здесь баранов меня любят. Да, не да. Ну, смотрите, сидите, они ласковые. Все хотят ласки. Ой, какая. Ой, какая прелесть. Все сладкие такие. Такие все сладенькие. Вот. Рыженькая. Такая нежная собачка. Ух, какая нежная. Ну, это, наверное, это девочка. Так, а ты? Давай, иди, тебя потрогаю. Это у нас 43-й вольер. Все ласковые, невероятно все ласковые собаки. Все ласковые. Нет агрессивных. И вот бежит малыш тоже. Давай, давай. Какая лисичка. Это все такие хорошие. А вот это прям снежок, белоснежный. Привет. Свалили. Это они от любви. От любви. А сегодня... Ларису спасать надо. Так, это 47-й. Ой, такой коротколапик смешной. Ой, мои хорошие такие. Мои хорошие такие, господи. Ты такая ласковая собачка. Какая ж ты хорошая. Какая хорошая собачка, ласковая. Вот моя девочка, или кто ты, мальчик или девочка? Вот мальчик. Хорошая такая. Ты моя хорошая. Ты моя сладкая. Прям как ко мне. На ручке хочет. Ой, ты моя девочка. Ой, тьфу. Ты посмотри на нее. Ты моя хорошая. Ой, сейчас упаду. Сейчас сяду ведь. Я говорю, что опять они залезут. Ой, вот этот, смотри, какой. Какой там палатик. Ой, а что это на меня там? Оставайся с нами. За шкерман. Ой, вот этот. Вот это очень ласковая, только я не поняла, кто это. Ты моя сладкая. Совершенно не дают делать видео, фото, совершенно. Они так хотят ласкаться. Так хотят ласкаться, что сильно это, ребята. Так хотят ласкаться, да? Такие они знают. Да, ты пришел. Ты пришел такой сладкий. Пасмурно сегодня, повторяю, уже встретила. Такая оказалась сладкая девочка у нас в 49-м вольере. А время бежит там? Время 7 секунд, да. Посмотрите, какая. Она так прям плачет. Она аж прям плачет. Ласково и невозможно. И не отлепить ее, не отлепить. Такая девочка. Посмотрите, какая сладенькая. Сейчас мы попробуем ее получше показать. Люди, девочку берем в дом.
49-й вольер. Черненькая, черная, она совсем черная. Нет, обманула, у нее есть беленький пупочек и беленькая грудочка. Не, она не выскочит, она просто тяжелая. Тяжелая. Ай, девочка маленькая, маленькая девочка. Ой, какая она. Сегодня день пасмурный, не очень хорошо видео снимать, но тем не менее. И она еще и черная. Ой, ребята, надо забрать такую девочку домой. И вон сидит еще лапушка, вон сидит, вон сидит. Вот такие черненькие. Трогательная собачка. Вот, прям балдеет. Прям балдеет. Прям так балдеет. Не знаю. Девочка, по-моему. Да, такие хорошие. А их тут мало, да? 4 штуки или кто-то... Вот. Без глазика собачка тут. Вот это добренькая. А, ну, не бояка, в смысле, а те вон залезли в будку и боятся. Да, ты хороший какой, прям замер. Прям замер. Ты мой золотой или золотая. Ты кто вообще? Какая добрая собачка. Какая добрая.